Ребята, добрый день, вечер, или у кого как. Давайте мы, наверное, сначала убедимся, что технически все исправно. Вот надеюсь, что у нас есть какой-нибудь чат, в котором мы могли бы друг другу задавать вопросы. Пожалуйста, отправьте какой-нибудь плюсик, если вы слышите. Вот. Ой, куча плюсиков. Супер. Шикарно. Спасибо. Так, ага, здорово. Значит, меня, ребят, зовут Дмитрий Викторович, я школьник математики, и сегодня мы обсудим, у нас будет такое введение небольшое в такую область современной, ну, не только современной, классической математики под названием комбинаторика. Я сразу хотел бы сделать такой, как это называется сейчас, дисклеймер, что если вы специалист по комбинаторике, и вы уже прорешали кучу, как это модно говорить, листочков и всякого такого, то это занятие не для вас, то есть для вас какие-то более продвинутые занятия будут в последующем. Сегодня мы поговорим просто про какие-то очень базовые вещи, и вот если вы про комбинаторику, соответственно, мало чего слышали, то это вот... Вы попали в то место, в которое нужно. Скажите, пожалуйста, ребята, у кого-то, поскольку наш чат ожил так стремительно, значит, кто сталкивается с комбинаторикой и в каких обстоятельствах? Вот можно писать в чат, я с удовольствием почитаю. Как вас жизнь столкнула с комбинаторикой в ваши юные годы? Как это произошло? Пишите, пожалуйста, вот, значит, так, значит, без понятия, что это такое. Ого, ничего себе, кто-то даже слышал про курс Андрея Михайловича Рыгородского. Вот это да. Так. При подготовке к Олимпиадам. Ага. Теория вероятности в школе. Во как. Слушайте, какая искушенная публика у нас сегодня. Хорошо. Школа. Так. Так, курс на олимпиадной математике проходили. Ага, хорошо, хорошо. Так, а нам сейчас сегодня, граждане, потребуется для некоторых задач название городов. Давайте вот, если это не какая-то конфиденциальная информация, если это не является каким-то секретом, либо тайной, напишите, пожалуйста, кто в каких городах обучается, просто чтобы у нас были разные города в коллекции. Так, Зеленоград, Москва. Оренбург, прекрасно. Красноярск, ага. Саратов, Долгопрудный, Казань. Здорово. Отлично. Спасибо, ребят, всем тем, кто написал. Значит, хорошо. Значит, давайте мы потихоньку вот для... разминки, значит, мы начнем вот с таких классических... так, кто-то поднимает руку, и что бы это значило? Значит, человек поднял руку, значит, вот мне пишут, что Михаил поднял руку. Да, Михаил, если у вас какой-то вопрос, вы можете, наверное, в чат написать или, наверное, сказать, если вам позволяет микрофон. Нас тут вроде бы немного, и как бы, поэтому я не думаю, что вы кого-то собьете с толку. Еще мне пишут, что... так, кто-то еще поднял руку, но я, к сожалению, не вижу, кто. Ребят, если есть какой-то вопрос, вы, пожалуйста, прям телеграфируйте в чат, и мне кажется, что чат работает, и в чате прям, значит, можно прям смело писать. Хорошо. Да, или в микрофон, можно сказать, что-то у всех включенное. Все хорошо. О, да, микрофон. То есть буду говорить не только я. Ой, это прекрасно. Спасибо. Значит, хорошо, граждане. Ну, давайте мы начнем с какой-нибудь такой задачи, классической, безусловно. Значит, а именно, видели ли вы, доводилось ли вам наблюдать автомобильные номера? Ну, вопрос немножко, конечно, такой прям, ну, немножко странный, но тем не менее. Ну, давайте, конечно, доводилось, конечно, но, значит, то есть это как-то, наверное, может быть, даже странно звучит, пока никто же не видел автомобильный номер. Хорошо, значит, тогда в этой связи
такой вопрос. А из чего он обычно состоит? Вот автомобильный номер классический в Российской Федерации, скажем, какой у него стандарт? Буквы и цифры, пишет нам Влад. Ага, вот такой формат, значит, кто-то знает даже, сколько букв и сколько цифр. Хорошо, давайте мы предположим пока, ну, это, опять же, как сказать, для разминки, что у нас, значит, ну вот немного, пока без букв, просто предположим, что вот у нас он состоит из каких-нибудь цифр, ну, например, что вот какая-нибудь такая комбинация, что это тоже вполне себе номер машины, то как нам подсчитать количество всех автомобильных номеров, у кого какие идеи? То есть вот если мы считаем, что он просто пока состоит из трех цифр, то есть имеет формат такой X, Y, Z, вот, где X, Y, Z – это просто цифры. Как бы мы могли подсчитать, значит, количество... Так, значит, граждане пишут ответы и пишут правильные ответы. Здрасте, какие? Значит, ага, хорошо. А кто бы из тех, кто написал правильные ответы, значит, а пока все пишут правильные ответы, могли бы прокомментировать, почему вот у нас получилась вот такая штука 10 на 10, да еще и на 10. Вот с чего это вдруг? Значит, почему, например, не 10 плюс 10, но мы же еще какие-то можем знать комбинации. Владислав, вы можете, да, прокомментировать? А может быть, вы напрямую прокомментируете, так сказать, включив микрофон, и мы все послушаем, почему вдруг, к чему такая радость? Да, все, умолкаю. Потому что у нас для каждой первой цифры будет разный вариант для второй цифры, а потом опять будет 10 разных вариантов для третьей. Угу, угу. Да, спасибо, Владислав. Вот, значит, хорошо. А если мы все же вернемся к... да, вот еще, соответственно, дальше пишут прям в текстовом формате, все то же самое, благодарю. Значит, ну, а если мы... да, Ярослав поддерживает. Добавим все-таки цифры, то есть формат номера, он в нашем отечестве такой. То есть это буква, ну, например, какая-нибудь такая, значит... потом идут еще буквы. Вот если мы, скажем, все же посмотрим, обратимся к таким номерам, пока без регионов. Значит, так, хорошо, Владислав Удари пишет ответ некоторый. Давайте мы прокомментируем этот ответ чуть позже. Ага, Руслан, значит, уточняет как-то, что... Значит, Руслан, да, спасибо, что, оказывается, не все буквы можно. Значит, граждане, те, кто над этим никогда не задумывался... Руслан, вы пока, пожалуйста, не пишите комментарии, почему вот 18 букв можно. Вот, казалось бы, почему не все буквы допустимы? Давайте вот, значит... так... Ага, так, а вы, Савелий, написали тоже почему-то 18, да, казалось бы, хотя... так, все, ставки падают, уже 12. Значит, так. Ну, давайте пока, граждане, без региона. Нет, здорово, что, значит, вы настолько посвящены в тонкости номероустроительства, я бы сказал, что и про номера тоже знаете. Ой, про регионы. Давайте пока без регионов все же... Как это представить себе, ну, в смысле, почему, может быть, не все буквы можно? Если мы разрешаем все 33 буквы, то действительно, вот, Владислав, спасибо, вы написали чуть выше ответ, ну, который, в общем-то, не знаю, наверное, нет смысла дублировать, а именно это произведение такое большое, 33 на 10, на 10, да еще на 33, да еще на 33. Хорошо, граждане, а почему дальше возник какое-то ограничение, что... вот начали писать, что не все буквы можно. Почему? Поясните, пожалуйста. Да, граждане, значит, так. Ого, слушайте. Буквы означают... вот, спасибо. Значит,
Да, не у всех есть аналоги с латиницей. То есть, наверное, какие-то буквы, но давайте придумаем какие-нибудь буквы, которые было бы тяжело прочитать на латинице. Какие, кажется, не будут читаться. Спасибо. Так, ю, и краткий, так, мягкий знак, твердый знак. Так, мы все перечислили. Наверное, еще какие-то буквы, да, остались, которые не читаются на латинице. Никак. Да, хорошо, хорошо. Да, вот значит, то есть, граждане, смотрите, оказывается, что, ну, может быть, для вас это не сюрприз, но оказывается, не все буквы разрешены. Вот удивительное дело. Хорошо. Значит, теперь, граждане, к вам вопрос. Действительно, значит, вот в чате пишут, спасибо, что можно лишь те буквы, которые бы читались на латинице тоже. Значит, сегодня, когда готовился к занятию, посмотрел вообще, как номера разных стран устроены. И, значит, в одной стране номера устроены по следующему формату. Сначала идет буква латинского алфавита, а затем идут четыре цифры. То есть, например, вот так. Пожалуйста, уважаемые слушатели, оцените количество возможных автомобилей в этой стране. Вот сколько их? Сколько максимум может быть автомобилей в этой стране? Значит, так, у нас есть разные ответы. Прекрасно. Когда разные ответы, это хорошо в комбинаторике. Так, у нас есть два одинаковых. У нас есть лидер. По ответам, значит, вы можете либо проголосовать за... Интересно, здесь в чате можно лайк поставить? Либо... Да, буквы латинского алфавита. Значит... Угу. То есть начинается все... Ага, так. 12, ага. У нас есть... Пока лидеры из нашего рейтинга, значит, это сколько? 26 тысяч, что ли? Нет, больше. Да. То есть это вот все латинские, 26 букв, да, вы правы. $260 000. Да, спасибо, Владислав. Я неправильно прочитал количество нулей. Вы меня поправили. Благодарю. 260 000. Значит, уважаемые слушатели, а что же это может быть, на ваш взгляд, за страна? Вся страна, не город, а вся страна, в которой количество машин, ну вот как-то приняли решение, что 260 000 точно хватит с запасом. Вот. Давайте поперечитаем какие-нибудь страны-кандидаты. Где это могло быть такое? Ватикан, спасибо. Так, Северная Корея, мне кажется, там больше населения. Польша, Дания, Монако, Швейцария. Сан-Марино. Так, ну, Москва все-таки это не отдельная страна. Германия, вау. Бруней, так, Норвегия. То есть мы, речь идет, ребята, о стране, в которой, КНДР, интересная версия, в которой количество машин 260 000. А, один из аргументов, что это может не всегда коррелировать с населением, а что есть страны просто, где у нас немного машин, правильно я понял, вот некоторые версии. Африка все-таки это не страна, значит... Угу. Так, интересные, какие версии пошли. Давайте сузим. Это страна в Европе. Отлично. Уже есть правильный ответ в чате. Да, благодарю. Значит, ну, в самом деле, здесь вот Руслан пишет, что это может быть Люксембург, действительно, очень небольшая страна. И вот Даня, ой, убежал уже ответ наверх. Значит, Даня написал, что это Андорра. В самом деле, в Андорре номера устроены так. Вот я это узнал только сегодня. И по, значит, согласно Википедии, на данный момент в Андорре население, все население
это 80 тысяч человек. То есть, ну, мне кажется, это вот пример того, как комбинаторика может, ну, вообще нам подсказывать какие-то решения, что если, видимо, какого-то бурного роста не предвидится, то, значит, ну, зачем вводить какие-то такие большие номера? А вот понятно, что, ну, например, в России номер устроен по-другому, и количество машин, номеров, оно несравненно больше, чем, скажем, в той же Андорре. Хорошо, значит, граждане, теперь мы, значит, попробуем решить, ну, как будто бы такие задачи, значит, немножко такие полу... ну, олимпиадные, это вас, возможно, сейчас вы увидите, скажете, что все просто, поскольку я так понял, что среди нас какие-то прям знатоки, значит, но давайте попробуем все же, значит, сейчас я попробую, значит, ну да, сейчас, да, прошу прощения, значит, так. Итак, значит, задача примерно такого содержания. Значит, представьте, граждане, что вы имеете дело с паролем от Wi-Fi. То есть вот у вас есть пароль от Wi-Fi, который состоит просто из 8 цифр. Из 8 цифр. То есть давайте я запишу это. Пароль. Состоит из 8 цифр. Причем вы откуда-то знаете, что эти цифры используются только нули и единицы. Считается, что вы настолько быстро набираете пароль, что вы за одну секунду можете набрать этот пароль. За одну секунду вы набираете пароль. А вопрос, а сколько вам секунд потребуется для того, чтобы угадать пароль? Секунд потребуется. Так, значит, пугает, что некоторые люди пишут ответ быстрее, чем я пишу вопрос. Значит, это, с одной стороны, здорово, с другой стороны, обескураживает. Так, значит, 2 восьмой степени, 2 восьмой, 256. Так, Кирилл, сколько у вас двое? У вас тоже 2 восьмой. Ага. Так. 256. Благодарю. Значит, граждане, а вот... К сожалению, все пишут правильный ответ, это пугает. А значит, а как этот ответ получается? Есть ли разница этой задачи с задачами про автомобильные номера? Или это, в принципе, все одно и то же? Вот. Кто бы мог это пояснить? Есть разница, одно и то же, одно и то же. Ага, значит, мне не разошлись. Кто-то пишет, что разница есть, а кто-то говорит, что никакой разницы нет. Интересно. В чем бы могла состоять эта разница? Да, пожалуйста, граждане, вы это самое. Ну, у нас же тут... Нас как бы немного. Пожалуйста, поясняйте прям. Вы включайте микрофон и смело говорите. Ну, получается, у нас в пароле 8 мест. То есть 8 символов. И на каждый символ два варианта, либо один, либо ноль. И мы выбираем и первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой. Соответственно, мы их перемножаем. То есть два в восьмой степени. Ага, прекрасно. Значит, хорошо. И казалось бы, значит, да, спасибо за такое пояснение. Но казалось бы, вот что тут интересного? Ну, два в восьмой, все, значит, вы перемножили, и вы сходу решили такую задачу. Значит, оказывается, что на заре, значит, компьютерной эры под, ну, в каком-то смысле IP-адрес, значит, если верить Википедии, значит,
был представлен такой ленточкой, в которую из 32 символов, в которую вы вписываете либо нолик, либо единичку. Значит, то есть это 32 бита. Вот вопрос, а сколько IP-адресов было на заре компьютерной эры, то есть 80-е? Итак, еще разок. Один IP-адрес представляет из себя последовательность из 32 символов, и каждый символ – это либо 0, либо 1. Значит, так, Кирилл сходу написал не просто ответ, но еще и примерную оценку. Так, 4 миллиарда. Значит, спасибо, значит, Владислав подсчитал на калькуляторе. Так, граждане, ну вот тогда такой вопрос к вам. Значит, раз вы так все уловко тут раскладываете, и это здорово. А вот 4 миллиарда, ну вот как вам кажется, вот для IP-адресов это достаточно или маловато? Значит, так, значит, граждане говорят, что очень мало, но 4 миллиарда, а почему это мало? Как, что? Значит, один человек может создать много сайтов. А, вы говорите, что на Земле уже 8 миллиардов человек, и у каждого по девайсу. Да. Так. Но тогда не все имели доступ. Угу. То есть речь идет про 83-й год. То есть действительно тогда, как пишут, значит, Владислав, не у всех был доступ. Ярослав говорит, что население было поменьше. Ну, согласен. То есть и дальше вот этот комбинаторный, так сказать, пазл привел к тому, что пришлось пересматривать саму структуру. Ну, не то чтобы структуру, но, в общем, формат IP-адреса, он поменялся. То есть в 80-е годы никто не мог предположить, что 4 миллиарда – это будет, значит, ну, что это будет мало. Вот, хорошо, значит, теперь, граждане, попробуем двинуться в сторону. Ну, это были такие, скорее, задачи, как будто бы из реальной жизни, теперь из реальной жизни людей, которые участвуют в Олимпиадах. Значит, у меня пока будет небольшая просьба. Я сейчас задачу отправлю в чат. Вы, пожалуйста, правильный ответ не пишите хотя бы одну минуту, чтобы все могли подумать. Итак, задача убежала в чат. Я зачитаю на всякий случай. У скольких четырехзначных чисел сумма цифр четна? Да, в личку, конечно, можно, если здесь есть личный чат. Я просто не знал, что здесь есть личный чат. Вау. Да, Владислав, пишите, если и заодно нас всех научите писать в личку. Значит, ребята, задача такая, что мы рассматриваем все четырехзначные числа и спрашиваем, а сколько среди них таких, что сумма цифр четна? Вот такой вопрос. Так, опа. Vale, y en otros aspectos.
Хорошо, граждане, значит, здесь просто уже происходит небольшая, так как это называется в мире, IT, по-моему, DOS-атака, когда я, к моему большому удовольствию, не очень успеваю реагировать на все ваши сообщения, и это очень здорово. Значит, вы присылаете и верные, и неверные ответы, и это тоже хорошо, потому что, мне кажется, комбинаторика — такой раздел математики, где, ну вот, ошибиться прям, как бы, никто не застрахован. Значит, мне прислали два разных решения, значит, и одно из них из серии прям вообще высший пилотаж, а одно решение такое более, я бы сказал, прям каноническое, значит, ну, хорошо, давайте попробуем, ну, значит, я попробую, значит, тут пересказать одно из решений, значит, и своими словами, ну, благо автор решения тоже с нами, и поэтому, если что, меня, значит, автор сможет подправить. Значит, если я правильно понял, то происходит следующее. Вот у нас, значит, что нас спрашивают? Это задача, по-моему, которая предлагалась на каких-то математических боях, ну, или, может быть, в личной олимпиаде. Понятно, что она может быть не запредельной сложности, но тем не менее. Значит, сколько у нас вариантов для того, чтобы поставить, значит, цифру на первое место? Ну, коли оно четырехзначное, то, значит, у нас какое ограничение? Ну, только ноль, да, нельзя. Все остальное мы поставить вправе. Значит, у нас есть 9 вариантов. Значит, хорошо. А какова судьба, значит, второго разряда?
Ну, наверное, вариантов 10. Потому что пока, в общем-то, мы ничего не нарушили, и выбор огромный. На третье место тоже 10. А вот мы добрались до последнего разряда. Тут что мы можем? Мы пересчитываем сумму того, что у нас получилось на первых трех разрядах. И если там получилась, значит, четность, которая нас не устраивает, то есть, например, нечетная, то тогда на последнее место у нас остается 5 вариантов, значит, чтобы добиться нужной четности. Вот. Итого, как крути не крути, на последнюю позицию, ну, либо 5 нечетных, либо 5 четных чисел мы можем поставить. Вот. Значит, теперь самое сложное, это нужно, о господи, это нужно перемножить это все. Так, граждане, надо перемножить, я надеюсь, вот сейчас рискую ошибиться, но вот так, вроде правильно перемножил. Если неправильно, поправляйте, смело говорите, что все, ужас, перемножать не умеете. Значит, ну, было, значит, еще решение другое, но давайте мы его оставим, значит, на закуску, так сказать, на десерт. Очень красивое решение, которое исходит из того, что можно посчитать, сколько всего четырехзначных чисел, и дальше как-то разбить их вот, значит, на два класса определенным образом, значит, так, чтобы найти из них, какая у нас сумма четная, какая нечетная. В общем, ну, это такое, как кажется, ну, точно это не для первого, так сказать, прохода. Хорошо. А теперь задача, ну, следующая тоже такая не самая простая, не самая сложная. Олимпиадная задача, возможно, вы где-то на кружках, где-то еще сталкивались с числовыми ребусами. Вам сейчас его решать не придется, а вам нужно будет посчитать, значит, сколько решений имеет ребус. Ребус представляет собой неравенство, в котором зашел на слово «придумай», ну, в общем, такое слово, которое, значит, регулярно всплывает в олимпиадном мире, что нужно придумать, и спрашивается, а вот сколько решений имеет этот ребус. Опять же, разные буквы, разные цифры, значит, просьба сохраняется, значит, граждане, пожалуйста, первую минутку-две не пишите, пожалуйста, правильные ответы в общий чат. Ну, так это иногда может сбивать с толку. Вот, значит, вот есть личные сообщения, пожалуйста, в личные сообщения изливайте все, и правильные ответы, и неправильные ответы. Значит, не стесняйтесь, пожалуйста, написать. Так, ага. Спасибо.
Так, значит, краш, небольшой комментарий, судя по ответам, которые все-таки просачиваются в общий чат. Ну, у нас есть в ребусе вот эти знаки неравенства, которые ограничивают. То есть просто взять и перемножить, ну, вот, все числа, это кажется, ну, не совсем то, что требуется. Вот. Значит. Так. Три. Маловато. Кажется, побольше. Так, еще ответы. Ага. Ну, пока вот... Да, граждане, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите. Давайте мы устроим хит-парад правильных и неправильных ответов. Пожалуйста, присылайте в общий чат, значит, свои ответы. Не стесняйтесь. Ага. Значит, в комбинаторике часто бывают, ну, ответы прям какие-то огромные-огромные числа, но это нас... не должно пугать, а бывают вот и не очень огромные, значит. Угу. Так. Ага. Значит, у нас есть какие-то совпадающие ответы. А, значит. Да, граждане, на всякий случай достаточно один раз прислать. А, нет, или в смысле у вас ответ поменялся? Хорошо. Вот у Дани поменялся ответ. Понятно. Ну, что, может быть, такой, кстати, апдейт случился. Почему нет? Чем плохо, ничем не плохо. Угу. Так, ну давайте еще, значит, пару минуток выждем и обсудим, в чем же здесь в этой задаче подвох и почему эта задача могла не, ну, может быть, в отличие от каких-то, не решиться прямо вот сразу. Так, во, видите, какое у нас обилие ответов. Здорово, здорово. То есть задача что-то есть. Вот. А давайте пока, чтобы те, кто прислал ответы, чтобы не скучали. Вот, как раз хотел сказать, что вот Арижа прислала, значит, мне вот такое заклинание в личное сообщение. 8 факториал. А что это заклинание означает? Что за факториал такой? Ну, вот этот, это же не 8 громко. Значит... Что и говорят, 8 факториал. А что этот символ означает? Ага, да. Значит, вот Савелий пишет, расшифровывает, что 8 факториал – это по определению, это произведение, угу, все числа нужно до, значит, до восьмерки перемножить, если я правильно прочитал. Ага. Ой, там единичка должна быть, хорошо, спасибо. Угу. Да, вот Владислав пишет вообще для любого P, что такое для любого P. Угу. Так, да, здорово. Значит, хорошо, но все же давайте вернемся к задаче. Значит, в задаче, ну вот, правильный ответ кто-то прислал, и оказывается, правильный ответ, ну, не такой большой. Значит, вот, то есть это не какое-то огромное число, а всего-навсего 45. Вот правильный ответ. Это правильный ответ. А давайте попробуем, может быть, обсудить, как такой ответ получается. Ну вот, мне в личные сообщения прислали, по-моему, два решения. Значит, ну там чувствуется по слогу, что решения пишут профессионалы, что это люди, не которые сегодня познакомились с комбинаторными задачами, а для которых, видимо, сегодняшняя общая встреча – это легкая прогулка. Значит, и 45. Почему вообще такой ответ? Как? С чего вдруг? Mm.
Значит, ну хорошо, давайте, значит, мы попробуем решить. Здесь не сколько, ребята, вот задача прям сама какое-то носит теоретическое какое-то значение, а важна вот идея. Ну, поскольку у нас там строгие значки неравенства, то каждое решение у нас будет содержать 8 различных цифр. Каждое решение содержит 8 различных цифр. Значит, и более того, как только у нас есть эти 8 различных цифр, мы вот в это неравенство их можем расположить единственным образом, в эту цепочку. То есть нельзя как-то переставить их внутри, потому что ну вот, здесь цепочка идет прям строго по возрастанию. Вот. Хорошо, значит, а сколько у нас всего вообще цифр? Вот это, казалось бы, довольно разделить на два факториала, да, спасибо, Владислав. Значит, сколько вообще всего цифр? Ну, всего цифр у нас 10, правда же? От 0 до 9. Значит, и что мы поэтому можем сделать? Мы поэтому можем сказать, а давайте мы будем смотреть на те цифры, которые мы не берем, на ту парочку цифр, которые мы не взяли. То есть вот у нас есть, можно вообще вот из мешка, в котором лежат эти 10 цифр, набирать их, вот, а можно сказать, просто какие вы не берете. Ну и вот, как Владислав уже написал, количество способов посчитать, сколько выбрать две цифры, которые мы не берем, то есть первую цифру, которую мы не взяли, это 10, вторую – это 9, но их можно смело переставлять, то есть тот, что называется, как говорят в комбинаторике, порядок не важен. И поэтому действительно это можно разделить на 2. И это будет как раз 45, то есть это количество способов не взять две цифры из 10. И это совпадает с тем, чтобы взять 8 из 10. То есть вот это тоже интересная в комбинаторике идея, иногда проще посчитать что-то дополнительное. Не то, что вас просят напрямую, хотя это тоже можно, конечно, а как-то вы знаете вот всю величину, и вот проще посчитать какое-то дополнение до нее. Так, граждане, подайте, пожалуйста, какие-то признаки жизни. Вы как, живы там, не живы? Как вы? После того, как мы обсудили такую задачу про ребус, в котором... Так, Владислав жив, Юлия жива, Евгений... Саверий, прошу прощения. Живы. Так, а кого-то мы потеряли. Мы потеряли Влада. Так, почему мы потеряли Влада? Интересно, что случилось. Так, граждане, значит, те, кого мы потеряли, значит, пожалуйста, возвращайтесь к жизни. Значит, у нас, ну, как бы сказать, но слушаю. Хорошо. Значит, постарайтесь, значит, ну, как сказать, дожить до финала. Значит, давайте, граждане, мы попробуем, значит, посмотреть. Сейчас смертельный номер. Сейчас, ой. Удался он или нет, интересно? А, нет, не удался. А, значит, так, один момент. Так, сейчас. Пока все приходят в себя после, значит, предыдущего. Значит, сейчас в чат, если все, так сказать, пойдет удачно, к вам отправился рисунок. Видели ли, ребята, вам рисунок? Номер удался. Хорошо. Теперь опять же сохраним ну, такие правила. Значит, вот рисунок, пока мы им любуемся. Пожалуйста, 2 минуты не говорите никакие ответы. Пожалуйста, присылайте их в личное сообщение. Вопрос очень простой. Страшно сказать, почти по геометрии. Сколько на рисунке треугольников? То есть сколько? Сколько треугольников на рисунке? Вот такой вопрос. Так, граждане, пожалуйста, не присылайте правильные и неправильные ответы. Пока 2 минуты, пожалуйста, выждите. Присылайте личные сообщения в любой момент.
Так, хорошо, уже какая-то версия есть. Значит, так, ждем. Значит, граждане присылают версии, пока правильных версий нет. Значит, появилась одна правильная версия, здорово. Так, ой-ой-ой, все, потонул. Значит, так. Давайте мы сейчас я попробую вернуться, где же была только что правильная версия. Убежала вниз. Значит, так. Так, по-прежнему одна правильная версия. Две правильные версии. Ага. Три правильные версии. Да. Пугающая скорость. Значит. Да, на всякий случай нас интересуют граждане прямо вот по-честному все треугольники. То есть это не только треугольники такие большие, но вот маленькие, которые получаются, тоже вот они на этом рисунке есть, есть. Давайте посчитаем, сколько их. Значит, а те, кто посчитали, пожалуйста, ну вот подумайте над тем, ну, собственно, как вы считали. То есть здесь понятно, что есть такой способ, ну, взять просто пальцем, начать вот пересчитывать. И дальше добираться до ответа, но вопрос, ну, если, условно говоря, такой же чертеж подобный взять побольше, то, ну, глядишь, можно и запутаться. Вот. Значит. Ну хорошо, значит, здесь, так, граждане, пока вот не всем успел ответить, давайте мы, чтобы, в общем, чате прислали, ну, правильный ответ, и он, кстати, самый популярный, интересно, самый популярный ответ правильный. Правильный ответ такой, 30. На этом рисунке 30 треугольников. Не знаю, что. Вот. Алина поддерживает, хорошо. И Иван поддерживает, Владислав. Угу. Но справедливости ради очень легко сбиться, очень легко, значит, ну как-то пойти не туда, кого-то упустить. А как же нам, ребята, ну как описать вообще говоря, сколько здесь треугольников? Какую стратегию применить? Кто бы хотел выступить? Да, конечно. Да, давайте. Ариш, вы хотели, да? Да. Пожалуйста, пожалуйста. Можно посчитать, сколько треугольников в маленьком верхнем треугольнике. Угу. Вот у нас получается, что всего 4 маленьких. И они еще делятся на 3 треугольника. То есть уже получается 7. И плюс еще один большой 8. Вот. И дальше просто так же большой, получается, мы также можем посчитать. Тоже получится 8. И самый большой тоже получится 8. И прибавить еще один, который у нас получается самый большой. Ага. Но мне кажется, что вот давайте попробую перефразировать. Спасибо за, так сказать, такой основательный хинт, ну, прям почти решение. Но если я правильно понял, то мы берем и как бы по слоям считаем, сколько в этой картинке получается. Вот в первом слое, значит, сколько у нас треугольников получается, значит, как сообразить. Но тоже же можно запутаться. Значит, то есть мы, идея такая, что мы, чтобы никого не потерять, берем треугольник, режем такие этажи. То есть сначала самый маленький, потом средний этаж, и потом большой этаж. Вот
на самом верхнем этаже, сколько у нас треугольников. Давайте все-таки пересчитаем аккуратно, сколько треугольников на самом верхнем этаже. Так. Ну, в самом деле 10. А как даже можно это, вот чтобы никого не упустить? Ну, тут понятно, что этаж уже небольшой, и можно прям ну, аккуратно просто всех пересчитать. А можно сказать так, что у нас внизу на отрезке живет раз, два, три, четыре, пять точек. Значит, для того, чтобы сформировать треугольник, нужно выбрать две снизу, на нижнем отрезке. То есть это 5 умножить на 4. Но опять же, порядок не важен, поэтому делим на 2, и получается 10 треугольников в верхнем слое. Ну и точно так же мы по всем слоям спокойно себе режем. И вот, да, спасибо, значит, Савелий. И самый огромный треугольник, в котором все остальные. Значит, нет, ну все же смотрите, когда мы считали третий слой, Савелий, мы, значит, и большой треугольник тоже посчитали. Когда вы самый нижний слой считаете, вы берете две крайние точки, самую верхнюю, вы посчитали, и большой треугольник тоже. То есть вот уже можно его большой не прибавлять, его в третьем слое прибавили. Вот, значит, но действительно идея, ну, идея вот такая. А, хорошо, значит, ну и граждане, значит, практически уже под занавес нашей, значит, нашей такой первой встречи, значит, как вы знаете, ну как, может быть, вы сталкивались, часто бывают задачи, связанные вот на математических кружках, олимпиадах, в той или иной степени с шахматами. Может быть, даже кто-то из вас играет в шахматы, такой, ну, кажется, может быть, хорошая игра, почему нет. Значит, и в шахматах, ну, вот разделяют разные стадии игры, и вот начальную стадию называют дебют. И вот у профессиональных шахматистов есть, ну, как бы такая проблема, что они очень хорошо уже знают все дебюты и уже прям все там изучили досконально. И поэтому для того, чтобы бороться с этой так называемой даже в шахматном мире, ну, как сказать, вот, дебютной проблемой, придумали такую разновидность шахмат, которую иногда называют шахматы Фишера в честь чемпиона мира, который предложил эту идею, а именно вы в стартовой позиции берете и перемешиваете фигуры, которые стоят на первом ряду. Вот. Значит, и вопрос, собственно, такой. Сейчас мы опишем. О, значит, среди нас есть шахматисты. Отлично. Значит, да, все фигуры, кроме пешек, перемешиваются. Давайте я отправлю задачу в общий чат. Итак, комплект из 8 шахматных фигур. Король, ферзь, по 2 слона. Значит, 2 коня и ладьи расставляют на первой горизонтали, а так, чтобы король был между ладьями, не обязательно рядом, а слоны стояли на полях разного цвета. Ну, как обычно, в классических шахматах все-таки слоны разнопольные. Сколько всего таких расстановок? Значит, граждане, опять же, попрошу, первые 2-3 минуты присылайте ответы в личные сообщения. Не присылайте, пожалуйста, в чат в общий, чтобы никого не сбивать. Вот такая просьба. Значит, конечно, кто-то из вас просто может знать этот правильный ответ.
Ну, на самом деле, ребят, если у кого-то есть вдруг дома шахматный набор, то можно даже эксперимент провести, там, порасставлять. Ну, я понимаю, что, может быть, он у вас не под рукой, с чего бы он, да, под рукой был. Но если у вас дома есть шахматы, то... Иногда можно так поставить и прикинуть хотя бы, что получается. Так, ага, уже какие-то ответы появляются. Да, граждане, ну вот наши, так сказать, традиционные 2-3 минуты прошли. Для этой задачи, наверное, это даже маловато. Значит, вот есть один из ответов. Так, Саверий, да, спасибо. Значит, ага, у Устины другой ответ. Заметил, что эти ответы прям отличаются на порядок. Значит, граждане, если еще у кого-то какие-то ответы как-то получаются, можно уже присылать в общее сообщение. Вот у Ариши получилось близко к ответу Устины, но... Угу, угу. Владислав, если у вас есть вдруг под рукой бумажка, не могли бы, пожалуйста, дочитать это до ответа? Ну, то есть вроде бы у вас числа не очень большие. Значит, просто иначе сложно сравнить ваш ответ с ответами коллег. Так, ага, ответы добавляются. Здорово, здорово. На всякий случай, может, это кого-то взбодрит или, не знаю, пока нет правильных ответов. Так что каждый может в своих рассуждениях поискать недочет какой-нибудь, но это такая классически непростая задача, действительно. Кони, слоны. Смотрите, Владислав, но слоны разные в том плане, что они должны стоять на разных, на клетках разных цветов. Но если вы взяли этих двух слонов и переставили, то расстановка считается одной и той же. То есть в этом смысле кони, вот, допустим, поменяли два коня местами, расстановка одна и та же. То же самое и если вы взяли лади, переставили, визуально ничего не поменяли. Ну, не поменяется, если они не то, что покрашены в цвет, какие-то цвета. Ага. Хорошо, граждане, давайте я вам предложу некий путь, как можно к этой задаче подступаться. Задача, ну, правда, как бы, значит, не так проста. Значит, давайте мы начнем со слонов. Тут как бы... Если вы первый раз решаете задачу, непонятно, почему со слонов нужно начинать. Но давайте вот начнем такой пункт первый. Значит, слоны.
Вот сколько у нас есть как бы способов расставить? Вот пока просто слоны. Напомню, что слоны должны стоять. Значит, один должен стоять на белых полях, а другой на черных. Вот сколько для них вариантов, для слонов? Про остальные фигуры пока вообще просто забыли. Так, значит, ну вот у нас есть, про слонов, так, ну давайте так, одного слона можно поставить первого, ну, например, белопольного. Значит, здесь, граждане, возможно, подразумевается этой задачей некоторый опыт, что вы видели шахматную доску когда-то до этого. Значит, вот у нас есть 4 белые клетки. И вы слона, вы взяли слона и ставите на любую из этих 4 клеток. 4 способа. Потом берете второго слона и говорите, это будет черный слон. Для него вторые 4 способа есть. Они никак не зависят от первого. То есть вы его ставите, то есть белый слон никак не повлиял на положение чернопольного. Они должны стоять на клетках разных цветов. Значит, для слонов, ну вот, значит, у нас получается 4 на 4, 16 способов. Вот это прям важный момент. Значит, граждане, представьте себе, пожалуйста, доску. Вот вы ставите белого слона, потом черного. Для каждого по 4 варианта. Значит, но все же вы там не складываете, Влад, смотрите. А вот у вас на каждую расстановку, вот как вы зафиксировали одного слона, потом вы умножаете на... Значит, для него, для каждой расстановки есть положение чернопольного слона. Вот. Хорошо. А дальше вот, ну, конечно, уже прям... Ух, непростое дело, но давайте попробуем. Все же, вдруг у нас получится. Это, конечно, гвоздь программы. Второй пункт – это вот выбираем тройку мест для ладьи и короля. Напомним, что король должен жить по правилам. Вот, значит, вот у нас там написано, значит, что чтобы король жил между ладьями. Вот. Значит, и это, конечно... Подождите, нет, коней пока не трогаем. Коней пока не трогаем. Вот мы слонов поставили, теперь вот из нашего набора, значит, слонов... значит, Владислав, ваш вопрос абсолютно справедливый. Почему, собственно, почему мы коней пока не трогаем? Отличный вопрос. Но как бы, задачу можно решать и по-другому. Это просто один из таких способов, как это расставить, так сказать, чтобы не запутаться. Вот. Но... это не то, что... Значит, спасибо, во-первых, за вопрос. И вот, ну, пока просто мы берем так из набора, то есть мешочек с фигурками, и таких, оп, давайте сначала слонов поставим. Потом раз достали из набора две ладьи и короля. Угу. Как можно на первой полоске расположить? Ну, давайте посмотрим. Значит, да, Юль, все так. Значит, слоны уже там, уже, значит... Осталось 6 свободных полей. Вот на эти 6 свободных полей, Юль, спасибо за вопрос, значит, нужно поставить 2 ладьи, ладьи абсолютно одинаковые, и короля. Сколько это способов? Значит, граждане, у меня пока факториалофобия, пожалуйста, напишите ответ, значит, ну, вот желательно прям числом. И пока кажется перебор. Так, да. Спасибо, Владислав. Вот почему-то у Владислава ответ такой 20. Как это получилось? Почему 20?
Это правильный ответ, но как? Откуда? Сейчас, граждане, мы уже на финишной прямой. Последний рывок. Значит, ну, смотрите, ребят, вот у нас есть 6 клеточек. И мы знаем, что король должен стоять между ладьями. Вот. Значит, если бы мы на 6 клеточек расставляли фигуры, вообще вот и новый порядок был бы не важен, то ответ был бы такой. 6 умножить на 5 умножить на 4. Это вот то, что коллеги писали сверху. Значит, но у нас есть ограничение. То есть, именно в чем у нас ограничение? То у нас вот на крайних клетках, как только вы выбрали вот эти три клетки, вот вы из шести клеточек выбираете три, на которые вы поставите эти фигуры, вот, то по краям должны стоять ладьи. То есть нельзя поставить короля где-то справа, а две ладьи слева, например, а две ладьи где-то справа. Вот. Поэтому из всего этого обилия, ну, действительно, как Юля подсказывает, нужно, значит, вот что-то факториалы все равно проникают в наш рассказ, как-то вот без них тяжело. Значит, да, спасибо, значит, ну, проникли. Вот если это все сосчитать и не ошибиться, кажется, это будет 20. Еще раз, вот мы из 6 клеток, значит, выбираем 3, на которых мы будем расставлять фигуры. И вот как только мы эти 3 клетки выбрали, все, дальше уже там вот наш король делал один, располагается однозначным образом. Ну, все, уже практически финальный рывок. У нас же еще остались в наборе кони. А сколько клеток осталось? Ой, у нас же еще кто остался? Ой, у нас еще ферзь остался. Прошу прощения, ферзь. Ну, давайте ферзя поставим. Значит, для ферзя осталось 3 клетки. Да, спасибо. Значит, для ферзя 3 клетки, а для коней тогда останется просто 2 клетки. И мы их в остатки поставим. То есть у нас 16 вариантов. Это слоны. Ну так, кодовое название. 20 вариантов. Да, да, немножко безысходность от Владислава. Для коней нет выбора. Ну, согласен, нет выбора. Это значит ладьи плюс король. 3 варианта. Это значит ферзь. Для него осталось только 3 клетки. Значит, ну и все. 2, значит, и один вариант это для... Не заслужили. Спасибо. Значит, это для коней. Ну что, попробуем это все перемножить. Есть у нас силы перемножить все эти числа и узнать, сколько вариантов. Да, спасибо. В самом деле, 960 вариантов, и иногда поэтому эти... Шахматы даже имеют название вот такое вот. Значит, Random 960, потому что, ну, собственно, теперь мы знаем, почему так называется, ну, что способов там расставить 960. Вот, хорошо, значит, ну что, ребят, значит, сегодня мы с вами посмотрели какие-то задачи. Меня приятно удивил ваш комбинаторный опыт, и вы уже много всего знаете, какие-то правила произведения и все такое. Но надеюсь, что все же что-то и новое для вас сегодня тоже было. А значит, вам будут доступны, насколько я понимаю, некоторые задачи для закрепления. То есть вы сможете немножко отточить свои навыки. Там будут задачи, где просто ответ нужно вести, а где-то можно будет и свериться в некотором смысле с такими... Ну, эталонными решениями. Но это абсолютно, граждане, добровольно. То есть это не то, что если вы там устали и все такое, это
Все просто для, обязательно только для желающих. Значит, ну, от себя хочу лично поблагодарить вас за активную работу. Было очень приятно получать от вас правильные и неправильные ответы. И вообще такая живая реакция. Очень здорово, что вы так реагируете, несмотря на поздний час, вот решаете задачи по математике. Вы большие молодцы. Значит, ну, если у вас будут силы, то мы с вами встретимся еще послезавтра и порешаем, ну, вот я уже посмотрел на ваш уровень, вещи более продвинутые, чтобы, так сказать, у вас не было ощущения, что вот все мы по комбинаторике уже знаем. Ну вот, все, ребят, еще раз большое спасибо вам за работу и до встречи, видимо, в четверг на комбинаторике, там еще какие-то у вас занятия будут. Все, ребят, всем счастливо. До свидания, спасибо за урок. Вам спасибо.